Здравствуйте, меня зовут Людмила Горносталева, я шеф-повар дачного ресторана «Шаляпин». Сегодня мы будем готовить детокс из голубики с корицей, и в этом нам поможет посуда «Валмер». Подавать детокс советую в термобокале. Коктейль в таком бокале смотрится очень красиво. Смешаем голубику, молоко, финики, геркулес и корицу. Двойные стенки этих бокалов способны выдерживать сильные перепады температуры. Термобокалы Valmer можно использовать для холодных и горячих напитков. На внешней стенке бокалов не образуется конденсат. Внешняя стенка будет холодной, даже если внутри кипяток. При подаче коктейль можно украсить свежими ягодами и мятой. Детокс голубика с корицей готов. Приятного аппетита!